Специальное предложение только сегодняшнего выходного, честно, воскресного дня. Это, конечно, сезонная стеганая куртка Windsor. Куртка, благодаря которой на наш телеканал пришло более 20 тысяч новых телезрителей за 2020 год. Куртка, которая дарит нам ощущение легкости, свободы, красоты. Тем более, что выбор размера может быть закрытыми глазами. Как это возможно, расскажет Микола Комендров, наш эксперт, стилист рубрики. А это возможно, потому что бренд Benitra Bini работает только со сдвоенными размерами. Мелкая, элегантная дизайнерская стежка, которая работает на практичность. Она дает возможности евросиндипону не эмигрировать во время носки или стирки. Мелкая стежка работает на имидж ваш, она не делает вас объемной даже в верхней одежде, которая согреет до минус 5 градусов. И, безусловно, британская классика. Это у нас с вами знаменитый подклад клетки Виши, который принадлежит бренду Burberry. Угу. Красивое, имиджевое, удобное, комфортное и универсальное изделие, которое не выйдет из моды никогда, потому что классика не умирает. Классика, совершенная классика, причем вы для себя выбираете уже яркий, красный, вам безумно он нравится, потому что такой экстравагантный. Кстати, наравне с красным, да, идут сегодня бордовые цветы, нравится безумно, заказывает его наши телезрительницы. Он красивый у бренда Benitra Bini. Так. Да, красный цвет, который выбирает наша постоянная покупательница. Оттенок хаки, также вам продемонстрирую, тоже оснащен тем же самым подкладом. Смотрите, как это красиво смотрится. Так. Дальше идет сливовый оттенок, такой, знаете, фиолетовый цвет. Сиреневый тоже, будет сиреневый, называться в заказе. Тоже оснащен клеткой Виши изнутри. Чистая классика полностью повторяет стилистику куртки Елизаветы. Потому что у нас даже есть фотография, где Елизавета стоит в синей куртке, тоже с таким же клетчатым подкладом. Только ее куртка от Burberry за 100 тысяч рублей. И серый цвет. Ой, серый тоже главный красивый цвет этого года. Смотрите, еще раз мы с вами видим, у нас подкладочная ткань, клетка. Внимание! 1999 рублей, не цена, а подарок. Тем более сегодня в тотальную ликвидацию. Я буду говорить об этом громко, потому что я горжусь, что именно наш телеканал делает такие скидки. Итак, внимание. Сдвоенный размер бренда Benitra Bini сейчас на Ксении. Какой размер мы видим, Микола? И все нюансы до 68 размера. Как выбираем? Смотрите, Ксения у нас 50 размера. Она выбирает для себя что? Конечно же, куртку в размере 50/52. То есть она сдвоенным размером. Дарья, 52 по плечу, выбирает для себя также 50/52. 52 по плечу у нас и Анна, она выбирает для себя тоже 50/52. То есть три девушки разных форм фигуры выбирают для себя один и тот же размер, потому что к каждому размеру присоединяется следующий. Сделаю отметку. У вас нет возможности сидеть и думать. Если вы думаете, а, ну нет, 50-го подожду, возьму 52-й. Не возьмете вы 52-й, потому что он вместе с 50-м исчезает, потому что они идут в паре. Конечно, причем я понимаю, что у нас уже заказано 374 куртки. И, конечно, основной, вот, Микол, у меня мама тоже, когда собиралась в Австрию лететь к сестре, я тебе рассказала, она говорит, дочь, мне нужна какая-то классическая куртка. Я говорю, мамуль, ну какая она, дочь, только не дут. Мне нравится стеганая, потому что мне, говорит, нравится, вот ты в ней выглядишь компактно. И она тебя прям собирает, да, вот есть такое ощущение. Скажи мне, стеганая куртка, ведь она во все времена классика. Да, это, безусловно, всевременная классика. Вы сейчас видите различные именно подиумные подборки в этом году, да, которые были представлены в стеганой куртке. Всплеск опять на мелкую стежку пошел у нас с вами достаточно глобальный. Сейчас вы видите знаменитости, которые выбирают для себя стеганые куртки. А вот и наша красотка посередине, королева Елизавета, в той же самой курточке, которая стала вдохновением. Обожаю эту женщину, обожаю ее стиль, ее... кстати, экономичность, да, у меня вот с ней характер похож, я тоже экономист, еще тот. Ой, обратите внимание, менее 2000 рублей сегодня в ликвидацию. Ну, конечно, вопрос сразу, вот знаешь, когда ты видишь куртку, ты же не можешь понять, потрогать, насколько она пышненькая, теплая. Мы с тобой давай обязательно потрогаем и скажем нашим телезрительницам, сезонность, то есть температурный режим сейчас... Или все-таки на более холодные дни? Или вот какие нюансы, прям расскажи. Нет, данная куртка и на сейчас, и на холодное время, то есть она идеально подходит. Она такая, знаете, промежуточная куртка, когда вот в пальто еще жарко, да, когда в
пальто еще жарко, в плаще холодно, а вот такая курточка хорошо. Хотя, знаете, надели куртку Виндзор, сверху надели свой любимый плащ, не такую непромокайку. Да и пошли, а что вы не совместить? Ой, у нас так вот Юлия, режиссер, она, любит. Да, да. Вот она же практически, смотрите, она у нее толщина настолько тонкая, что она, в принципе, даже будет незаметна на вашем теле, если вы даже на нее поверх еще что-то наденете. Отлично. Но при этом она согревает, то есть это не ветровка, да. Это куртка. Она простеганная изнутри, причем хочется отметить, что стеганность материала производил бренд самостоятельно. Слушай, а вот скажи мне, пожалуйста, вот еще буквально два слова. Ну, давайте повторим цвета, у меня есть вопрос еще, да, значит, красный цвет вы видите сейчас на модели до 68 размера, сдвоенный ряд у нас отличный, далее у нас есть цвет, давайте посмотрим, бордовый у меня, сиреневый на нашей Дашеньке, красивый, очень интересный, вкусный, да, изумрудный цвет для себя выбрала наша красотка-дива Ксения. У Миколы есть самые ходовые, я понимаю, классические варианты. Да, у меня еще вот есть синий цвет, серый и оттенок хаки. Так, минута. Микол, серый. Скажи мне, пожалуйста, вот у меня такой вопрос. Ты помнишь, мы хаки. Говорили о том, что очень часто стежка стройнит. Смотри, вот мелкая стежка, которая здесь... Да. Или крупная стежка стройная. Какие нюансы? Вот потому что мы всегда хотим быть более стройной в верхней одежде, даже когда размеры у нас самые, да, такие маленькие, там 44-й, 46-й. И мелкая, и крупная стежка, они тоже имеют место быть, и они обе могут стройнить, все зависит от объемов. Я вот считаю просто по пропорциям. Крупная стежка очень хороша в длинном изделии, а вот мельчайшая стежка хороша в мелком. Для меня... Странно видеть изделие, очень короткое, но при этом в большой объемной стежке. Оно бы всегда смотрелось бы очень странно. А здесь пропорции соблюдены. То есть анатомия человека все равно здесь в приоритете. И мне нравится, что она закрывает бедра. То есть тоже, опять же, все нюансы, которые для нас важны. Внимание! Главное предложение дня, много цветов, бренд Benetra Beni. Выбирайте скорее куртка, которая когда к вам придет, когда... Тогда вы ее с удовольствием наденете и будете получать удовольствие. Сегодня менее 2000 рублей. Один день в тотальную ликвидацию.